Интересно, каково это завтракать из глиняной тарелочки, которую сделал своими руками сам Баста? И это не сон при температуре 39 градусов. Меня зовут Диана Литвинова, это Russian Music Box, и мы на ВК Star Market, где можно купить ту самую тарелочку. ВК Star Market – это благотворительный проект. Звезды и инфлюенсеры отдали свои вещи, чтобы люди могли их забрать и пожертвовали деньги на благотворительность. На маркете представлено огромное количество вещей, и много артистов привезли сюда свои вещи. И Тимати, и Баста, и Big Russian Boss, Нурлан Сабуров. Я еще знаю, что очень много блогеров, Влад А4, Бустер. Да вообще, тут посмотрите, такая огромная команда. Денежная рубашка Джарахова. Брать? Да, брать. Yeah. Как дела? Записал трек за 5 минут с собакой. Записал ролик на YouTube. Вау, ну ты вообще, конечно, огонь. Вы это видели вообще? Да, снимай. Это что такое за люкс, боги мои? Гардероб сумасшедший. У меня заходишь в гардеробную, там вещей море просто. Я не знаю, куда их деть. Я вот думаю, мой бы стенд здесь был бы самый большой. Но мне никто не позвонил, не сказал, алло, Диана, привози. Здрасте, куда это годится? Давай обращаться, давай-ка. Вышестоящие инстанции, есть у меня связи, есть темки. Если что, замолвлю словечко. Так, это знала, кому идти. Понимаешь, вот нюх вот этот, вот журналистский. А его никуда не деть, этот нюх. Чье? Давайте прочитаем. Янчик. О, я его знаю, он классный. Что это? Боже мой! Мне кажется, если я куплю это платье, успех мне позвонит и скажет: Диана, я уже стучу в твою дверь. Единственный лот – это джинсы Ами. Мне по размеру, я померил, мне подошло, я взял. А чьи? Звонкий. А какой у тебя размер ноги? 42. Мне кажется, Джарахов не подойдет тебе в этой истории. Я мерил, да, не подходит. Я как волк, ну погоди, вот так с пальцами остаюсь. Это чья? Лиса Ами. Ты личный стилист папы, да? Папа сам себе стилист. Сурер Стар. А почему тут они перепутали буквы? Боже мой, это та самая тарелочка, про которую я говорила от Басты. Он сделал ее своими руками. О, это нам надо. Да, нормально. Ну, вроде, ну, нормально, не пахнут чем-то. Вот, понимаю, чтобы запаха хозяина не было. Ты веришь в то, что вещи впитывают энергетику человека? Мне кажется, да. Но опять же, наверное, как ты к этому относишься? Для кого-то вещь – это всего лишь вещь. Все может быть, все зависит от того, во что веришь, то и будет, правильно. Я в восторге от мероприятия. Вы вообще видели, сколько довольных, счастливых людей, которые купили вещи от любимых артистов? И я думаю, что собрали кругленькую сумму на доброе дело. С вами была Диана Литвинова. До встречи в эфире Music Box. Пока!